приглашаем представителя полномочного, представителя муфтии Духовного управления мусульман Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Тимур Хаджи Пахридинова, заместителя главы города Нижнего Новгорода Михаила Сергеевича Кузнецова, также представителя Канавинского района, из администрации Канавинского района, муфтия первого заместителя муфтии Духовного управления мусульман Республики Дагестан, руководителя отдела образования Нижегородской епархии Антона Александровича Путникова и представителя Нижегородской еврейской общины Михаила Владимировича Ведерникова. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Разрешите зачитать в обращение председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина по случаю Рождества пророка Мухаммада. Ассалам маулид ан-наби. От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России сердечно поздравляю всех своих единоверцев и людей доброй воли с наступлением памятной даты Мавлид ан-Наби, Рождества заключительного Божьего посланника, саллаллаху алейхи вассалям. В эти дни, уважаемые братья и сестры в исламе, мы вспоминаем и еще раз напоминаем себе о такой великой миссии, с которой был ниспослан всевидящим Господом миров заключительный Божий посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Он был направлен в качестве милости всем мирам и народам, дабы довести до совершенства человеческую нравственность, важнейшей составляющей которой, несомненно, является милосердие ко всему окружающему. Без нравственности и духовности сегодня не может быть ни созидания, ни прогресса. В этой связи задача мусульманина состоит в поклонении Аллаху через служение людям. Это и есть подлинный ислам. Только через высокую нравственность, благородный поступок и личный пример мы можем открыть для себя подлинный ислам и показать окружающим красоту нашей религии. Этому нас учил и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Сегодняшнее мероприятие дает нам возможность еще раз переосмыслить жизненный путь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, с тем, чтобы смягчились наши черствые сердца и озарились светом подлинного ислама. Пусть Всевышний Аллах облагодетельствует сегодняшнее наше собрание своей милостью и да примет Всевышний Аллах наши благие цели и деяния. Дорогие братья и сестры, примите мои искренние поздравления с наступлением Мавлид ан-Наби. Мир вам, милость Всевышнего Аллаха, Его благословение. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Муфти шейх Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России. Рахмат. Добрый вечер. Уважаемые гости, разрешите вас от лица главы города, депутатов городской думы, городской администрации и всех нижегородцев поздравить с этим большим праздником. Ислам – это религия света, в которой сочетаются лучшие человеческие качества, проявление воли и любви. И те примеры, которые выдает нам ислам, и то, о чем сказал Гаяс Хазрат, те примеры, которые мы показываем с вами совместной нашей жизнью в Нижнем Новгороде, в Нижегородской области уже много веков, сегодня являются примерами, может быть, для всего мира. Мы знаем, что в других землях, в других странах редко уживаются разные религии, разные национальности, разные конфессии. Но Россия – это не просто страна, это целая цивилизация, в которой мирно уживаются разные культуры, религии. И мы научились не только вместе жить, но и обогащать друг друга, учить друг друга лучшим качествам. Для меня же исламские праздники являются еще и личной историей, потому что моя семья многонациональная, мы отмечаем и православные праздники вместе, исламские, и в моем сыне течет разная кровь, и я этому очень рад, и я счастлив от этого. Вот, поэтому еще раз всем праздника, добра, света и любви. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые.
уважаемые, от лица исполняющего обязанности главы администрации Канавинского района Михаила Шарова мы хотим вас поздравить с великолепным, очень хорошим праздником Мавлид ан-Наби, с рождением пророка Мухаммеда. Хочу сказать, что в Канавинском районе создан межнациональный совет, и мы всегда собираемся очень часто, и, естественно, все вместе дружим. У нас прекрасные совместные мероприятия, которые проводятся у нас на Канавинской земле. Это как Сабантуй в парке 1 мая, это как в цирке у нас проходило мероприятие, межнациональный фестиваль, который называется «Мы вместе». Мы желаем вам добра, мира, счастья, здоровья. И хотим от лица главы администрации поздравить Закирова Гаяза Салиховича за активное сотрудничество совместных мероприятий, участие в межнациональных и межконфессиональных отношениях в Канавинском районе и подарить благодарственное письмо. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Председатель Думы Нижегородской области, уважаемый Хазрат Гаяз, искренне поздравляю вас со значным событием для всего человечества. С днем рождения нашего любимого пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Посланник Аллаха, алейхиссалам, был ниспослан как милость для миров. Он обладатель высочайшего нрава, открывший человечеству путь к науке и свету. Пусть Аллах наполнит наши сердца совершенной и безграничной любовью к пророку Аллаха, алейхиссалату вассалам. Даст силы следовать сунне его хабиба наилучшим образом и в судный день окажет нам свою милость быть достойным заступничества пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Прошу Всевышнего, чтобы он дал нам возможность всегда благословлять пророка Аллаха, алейхиссалату вассалам, а также сохранить на нашей земле мир и спокойствие. Амин. С уважением, муфти Республики Дагестан, шейх Ахмад Хаджи Абдуллаев. Наш пророк сказал: «Тахаббу, тахаббу». Вы дарите друг другу подарки, и Аллах вот между вами увеличит любовь. Уважаемый Хазрат Тимур Абдулхаевич, за большой вклад и дело сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей среди выходцев из Республики Дагестана, в частности, за активное участие в организации мероприятий, оказывающих положительное влияние на укрепление отношений и единства мусульман, искренне желаю вам крепкого здоровья, помощи Всевышнего и дальнейших успехов во всех начинаниях, муфти Республики Дагестан, шейх Ахмад Хаджи Абдуллаев. Председателю Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз Хазрат Закирову. Уважаемый Гаяз Хазрат, сердечно поздравляю вас и всех мусульман Нижегородской области с праздником Мавлид ан-Наби. Рождение пророка Мухаммеда – светлый праздник любви, согласия, добрых дел и внимания к ближнему. Нижегородская область стала общим домом для представителей
различных конфессий. На протяжении веков верующие бок о бок трудились ради созидания Отечества, его могущества и процветания. В таком единении является дух взаимопонимания и доброго соработничества. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Пользуясь случаем, мне хотелось бы поблагодарить лично митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия за то, что он всегда понимающий относится к нашим нуждам и все делает для того, чтобы укреплять дружеские связи между конфессиями. Я могу только привести такой пример, то, что благодаря ему и по его благословению Дзержинской мечети, когда мы строили, когда готовились к открытию, все полностью наши полумесяцы были сделаны и покрыты сусальным золотом благодаря стараниям митрополита Владыки Георгия. Я от себя лично, я всегда подчеркиваю это и от себя лично благодарю и от вашего имени. Я думаю, надеюсь на то, что наше сотрудничество, соработничество, конечно же, продолжится на многие годы. Спасибо огромное. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатаху. Сердечно приветствую всех собравшихся гостей. В этот замечательный светлый день от всей нашей общины мы хотим выразить и поздравить вас с праздником Мавлид ан-Наби. Хотелось бы также отметить, что это связано с благословленным месяцем Раби Уль-Авааль, месяцем наибольшего восхваления Всевышнего, среди которых рождение посланника, мир ему, построение первой мечети. Кроме того, Раби Уль-Авааль знаменателен тем, что именно в этот месяц был прочитан первый джума-намаз. Тот пример, который дал мусульманам Мухаммед, мир ему, служит сближению людей, утверждению идеалов добра, милосердия, любви и взаимного уважения. Ценности и традиции, связанные с этим прекрасным праздником, помогают нам противостоять испытаниям и невзгодам, сообща решать самые сложные общественные и государственные задачи, а также обеспечение межрелигиозного, межэтнического согласия в нашем обществе, укрепление морально-нравственных ценностей, а также вопросы, представляющие для современного общества живой интерес. Это наша общая цель, и мы высоко ценим вклад мусульманской общины России в ее реализацию. Также хотелось бы добавить со своей стороны, наша община стремится улучшить межрелигиональные связи в национальной политике и связи с религиозными организациями Нижнего Новгорода и России. Выражаем большую благодарность организаторам праздничной программы «Мавлид ан-Наби», участникам сегодняшнего мероприятия, и от всего сердца хотим пожелать вам счастья, благополучия и всего самого доброго. Бисмиллахиррахманиррахим. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, кто верует во Всевышнего и совершает благое, того он ведет в райские сады. Священный Коран, 65-я сура, 11-й аят. Уважаемый Ахмед Магомедович, от имени Центральной религиозной организации мусульман, Духовное управление мусульман Нижегородской области и от себя лично поздравляю вас и в вашем лице всех мусульман Республики Дагестан с праздником Мавлид ан-Наби. Выражаем благодарность за участие в проведении праздника Мавлид ан-Наби и прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он дал вам возможность продолжить такую прекрасную традицию в условиях взаимного сотрудничества для развития процесса религиозно-культурного возрождения, укрепления дружбы и взаимопонимания.
Мы молим Аллаха наполнить наши сердца любовью к нашему пророку Мухаммеду, саллиллаху алейхи вассалям. Пусть этот праздник будет благословенным и приносит радость, согласие и мир в каждый дом. Председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяс Хазрат. А также благодарю всех тех, кто пришел, кто поздравил. И, конечно же, в лице представителей городской власти, районной власти, а также вас, дорогие мои братья. То, что вы пришли, то, что вы поздравили, то, что вы разделили с нами этот праздник. Огромное спасибо, и надеемся мы на то, что наше соработничество будет продолжаться многие-многие годы. И Эдуарду Михайловичу отдельный привет, потому что наш привет, татарский привет, он...